рамках реализации регионального проекта ГГПУ имени Василия Макаровича Шукшина «Центр педагогического наставничества. Территория развития кадрового потенциала Алтайского края» сегодня впервые в Алтайском крае проходят педагогические игры «Студенческая лига», участие в которых принимают студенты трех институтов ГГПУ имени Шукшина, а также студенты Бийского педагогического колледжа. Меня зовут Бабинчук Наталья Владимировна. Я являюсь учителем начальных классов школы номер 17 города Бийска и председателем Ассоциации молодых педагогов Алтайского края. Мы сегодня представляем вам новый проект. Этот проект называется «Педагогические игры». И сегодня мы представляем студенческую федерацию, первую в России, вообще первую в крае, естественно, первую в городе Бийске. Проект направлен на развитие метапредметных компетенций студентов педагогических вузов и преподавателей, учителей, действующих учителей, будущих учителей образовательных учреждений Алтайского края. Здравствуйте, уважаемые студенты Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета и студенты Бийского педагогического колледжа. Мы рады вас приветствовать сегодня в стенах нашего университета. Большое спасибо за то, что вы в своем плотном учебном графике нашли возможность поучаствовать в первых в Алтайском крае педагогических играх «Студенческая лига». И приветственное слово я с удовольствием представляю председателю Ассоциации молодых педагогов Алтайского края Бабинчук Наталье Владимировне. Рада вас приветствовать сегодня здесь и рада, что вы пожелали принять участие в новом проекте Алтайского краевого института повышения квалификации молодых учителей и обычных учителей, да, опытных учителей, то есть всех учителей Алтайского края, Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Василия Макаровича Шукшина и Ассоциации молодых учителей Алтайского края. Проект новый, он работает второй год в Алтайском крае. Первый год был пилотный для учителей Алтайского края. Второй год вот сегодня, да, открывается студенческая федерация. То есть студенты до вас в этом проекте не участвовали, вы будете первопроходцами. Надеюсь, вам понравится, и мы проект это запустим дальше в жизни. Я вам расскажу. Так, сегодня у нас будет испытание по двум лигам проходить. Лига «Команда действия дизайн мышления». И по итогу дня в каждой лиге будет выявлена команда лидер лиги и студент лидер лиги. То есть 4 будут у нас лидеры сегодня. Всего вам хорошего, удачных вам игр. Встречаемся здесь в 13:00. Ваша команда, и вы представляете? Бийский педагогический колледж. Отлично, похлопали. Наша команда, друзья. И вы представляете? Игорь. Наша команда, девчата. Мы представляем АГБУ. Команда называется ЕГФ, единственный гениальный факультет. Отлично, аплодисменты. Сейчас мы начинаем презентацию домиков ваших. И живем мы в таком порядке. Алина, Лиза, Андрей, Сергей и Елена. Сколько у солнышка ярких лучей, столько у нас различных идей. Наша команда. Лидеры. Наш девиз. Всегда есть идея. Forward and forward, we'll never stop. Садимся. Итак, первая команда. Сложности были какие? Какая у вас была стратегия? Как вы выбирали, кому необходимо вставать? То есть вы попали все на «Титаник». На каждую команду дается только 3 плота. Получайте. Вам нужно в течение 1 минутки быстренько эвакуироваться. Плоты, естественно, спускаем на воду. На эти 3 плота всей командой. Конечно, зависит, но не так сильно, как воспримет. То есть, если учитель ее правильно преподнесет, то есть расскажет про класс немножко, про нее, а не вот так вот, здравствуйте, там, садитесь, все, и забыл о ней. То есть, так делать нельзя. Сейчас покажу правильный вариант, как нужно было сделать. Здравствуйте, дети. Это Тереза. Она приехала к нам из Санкт-Петербурга. Вот, теперь он любви, счастья, будет очень светлый и настоящий, честный.
Большое вам спасибо еще раз. Надеюсь, вы немножко поиграли, расслабились, отдохнули от пар, проявили свои новые компетенции, да? Может быть, кто-то для себя убедился, что ему нужно доработать, а в чем он супер. Ну, а наше жюри подвело итоги и сейчас с радостью вам их объявит. Наталья Владимировна, прошу. Итак, лидером в лиге команды действия в личном зачете становится Усольцев Андрей. Аплодисменты. Получать диплом за первое место, благодарность от вуза и общее фото с девушками, тренерами. И команда лидер в лиге, команда действия становится, несмотря на все трудности, которые они смогли преодолеть, команда друзья. И лига дизайн мышления. Пожалуйста, сначала лидер личный зачет. Так, в личном зачете у нас побеждает Степанова Анастасия. Степанова Анастасия. Так, ну а команда... Лидер. Спасибо большое, уважаемые участники, что вы были сегодня с нами. Если вы хотите, чтобы продолжились эти игры и был еще летний турнир, либо хотите на будущий год принять участие, сообщайте об этом вашему руководству в педколледже, в университете. Мы обязательно вас организуем еще одни игры, может быть, другие лиги. Будем рады вас видеть снова на всех мероприятиях вуза, колледжа.